Хьюстон, у нас есть перец. На МКС впервые вырастили чили. На Международной космической станции впервые вырасти перец чили. Первый урожай ожидают уже в конце октября. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на пресс-службу НАСА. По словам астронавтов, которые занимаются выращиванием растений в космосе, плоды растут медленнее, чем на Земле. Причины этого неизвестны. Однако соответствующие исследования важны для человечества в случае долгосрочных космических миссий. Отмечается, что выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat. Особенностью устройства является то, что им можно управлять дистанционно. Опыление производилось двумя способами – вручную и удаленно благодаря модулю. Несмотря на успех, оказалось, что не все плоды развелись. Второй урожай планируют собрать уже через полгода. Сегодня же ученые пытаются исследовать, какого размера будут плоды в условиях микрогравитации.